Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Mlux на цоколь H1, температура свечения 5000 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы мощностью 35 Вт. Лампы идут защищены пластиковыми колпаками для того, чтобы не повредились при транспортировке. Подключаются лампы сугубо на 12 вольт с помощью обычных проводов подключения двух. И подключаются еще к блокам розжига. Блоком розжига идут три разъема. Два, которые поменьше, идут стандартом AMP. Есть еще стандарт разъемов CAT. При замене ламп нужно это обязательно знать, какие разъемы и какая мощность нужна ламп. Вот. Сейчас мы одну из ламп подключим на питание через блок розжига. Блок розжига очень просто все подключается. Разъем в разъем. Всего соединяется три разъема, которые индивидуальные, и перепутать их не получится. Таким вот образом лампа готова к подключению питания. Сейчас мы подключим 12 вольт и визуально посмотрим, как лампа будет светить. Подключаем питание к лампе. Лампа загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы все очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. Температура свечения 5000 кельвинов, цветовой поток, как мы видим, чисто белый. При покупке на комплект ламп распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.